Доктора. Приходим в буфет, а докторам никто не уступает место. Ну никто, хоть бы глазом бы дернули, ну сзади стоят уважаемые люди, ну что вы делаете? Ну, посмотрите вообще. Доктора стоят в конце очереди. Ну подумай, тоже это где такое было? Нигде. Вот где это такое? Уважения никакого сейчас у учеников нет. Ну никакого. Вот стоят педагоги. Ну педагоги и педагоги. Ну что этим педагогам, господи? Вы пример. Пример для подражания. Вы будущее наше обучаете. И чему вы обучаете? Докторам вот это вот прохода не даете? Да. Спасибо. Очень мило, очень приятно. Да. Вот такое вот у нас будущее России. Вот такое. Да. А доктора в итоге голодные идут. Нормально? Нет. Это не нормально. Это не нормально. Это социальная проблема. Так понимаешь, а с этим никто ничего не будет делать. Потому что кто у нас в государстве сидит? Вот я. Кто? Вот ты в России сидишь. А по Пензенской области кто? Я в России, а в Пензе не знаю, что. Ну вот в Пензе какой-то долбоёб сидит. Это, кстати, поехали Дашины одногруппники Айрат и Лёша. Я тоже тебе пойду куплю сейчас девятку, затонирую её, туда поставлю басы и будем ездить. Понятно? Бассейн. Бассейн. Я буду кататься. И танцевать.